производится техническая разведка моста и подхода к нему. Связка противника, разрушил плотной паром. Разрешите полный цикл работ, начиная от сборки паромов и заканчивая введением выводного парома в линию моста, мы здесь сегодня вам продемонстрируем. Прежде чем навести этот мост, необходимо провести инженерную и техническую разведку водной преграды, начиная от скорости течения и вопросов, связанных с подведением к линии моста железнодорожных путей. В плане подготовки железнодорожных войск с самой ранней весны и до поздней осени мы здесь на практическом месте выполняем задачи по обучению, начиная от понтонера и заканчивая военнослужащим, который у нас проходит службу в должности водолаза.